5000 подписчиков – это плохо. Нужно ставить эксперименты, но в повторяемых условиях. Но это не дешево. Вы уже задолбали, реально. Ну так уж и быть, я приму пару заказов, если меня уговорите. Хорошо снимает и не зарабатывает. Может, человек снимает плохо и зарабатывает. Вы никому нахрен не нужны сами по себе. А выглядит у вас реклама колхозно. Так, поехали. Тема наша сегодня. Почему вы снимаете отстойные фотографии и вам за них не платят? Ну, у нас будет откровенный разговор. Я не буду миндальничать, я буду резать правду матку, говорить, что я думаю. Первая тема на сегодня — это иллюзии. Вот эта картинка, кстати, что вы здесь видите? Мы здесь видим две вещи сразу. Мы видим мост и одновременно парусники. Вот одно переходит в другое. Это оптическая иллюзия, да, иллюзия картины, иллюзия. Я сейчас это вам объясню, расскажу, покажу и сделаю. Но для этого нужно понять, что такое иллюзия. Что такое иллюзия? Можно давать разные определения. Наверное, для нас сегодня очень удобным, функциональным будет вот такое определение. Что иллюзия — это то, что забирает у нас время, силы и деньги. Или там, неважно, ну что-то забирает. Вот такие ресурсы. Время можно измерить, там упадок сил мы ощущаем. Деньги — это понятно, потратил там столько-то. Но не дает нам ответ измеримой отдачи. То есть неизмеримое, может, мы получаем, может, нам кажется, что мы классные, может быть, там еще что-то. Ну вот, но то, что измерить можно, вот прям взвесить, измерить в цифрах, мы не получаем в итоге. И давайте будем с вами честными. Да, я сказал, я сегодня, может быть, немножко буду вас расстраивать, но там огромный процент вашей деятельности дает неизмеримый результат. То есть он нацелен на иллюзию. Очень много. Вот все эти ваши, например, загоны на технику. Какой фотик мне купить, там какие лампы, чем мне снимать, надо ли мне ретушировать и обрабатывать. Там надо определенным образом вести соцсети, и будет успех, но успеха не происходит. Фотограф есть иллюзии, что нужно снимать вот то, что хавает people, и типа все будет клево. И это очень удивительно, то есть люди упираются, ты им говоришь, нет, нужно не так снимать. Не нужно снимать вот это, то, что хавает people. Но говорит, ну подождите, я считаю, что так нужно. Люди же не понимают, вот им нужно вот такую фигню. И ты говоришь, слушай, ну ты-то вот, ты же снимаешь вот эту фигню. Ну что ты, типа миллион заработал, все хорошо, да нет, нехорошо, мало клиентов, мало платят, снимаю за 3 копейки, но я уверен, что если я буду снимать вот не фигню, то у меня вообще клиентов не будет. Смотрите, очень много вопросов использовал такую формулировку, и я сам на нее натолкнул, потому что называется стрим, да, отстойные фотографии, снимайте отстойные фотографии. И вот все и существовали в таком диапазоне, отстойные или классные, то есть типа есть классные фотки, есть отстойные фотки. Но здесь нужно понять очень важный момент, что классное и отстойное — это субъективный неизмеримый термин. То есть в чем измерять-то классность и отстойность? Сам по себе вот так вот говорить, то есть говорить, у меня классные фотографии, но мне не платят, это абсолютно бессмысленно, потому что вы ставите знак равно между разными вселенными. Классное и отстойное — это вселенная субъективная какая-то система координат, которую мы не знаем. Платят, не платят — это конкретная система координат в рублях или долларах. И вот проблема в том, что вы приравниваете одно к другому, отсюда и возникает вот это вот некая в голове у вас ошибка, сбой. То есть классный, что такое классный? Что понимают под словом классный? Многие под словом классный понимают то, что им нравится. Но так ли это объективно? То есть сегодня вам нравится одно, а вот 2 года назад вам что нравилось? Такое же или другое? Вот ваши фотографии, которые вы снимали раньше, 2-3 года назад, как они вам сейчас? Так же нравятся, как нравились тогда или нет? И так как она для вас изменилась, вот, вы должны понимать, что здесь есть очень такой элемент субъективности. Поэтому вот эта вот шкала отстойные и классные, она не работает. Очень это опасно использовать в таком виде. Нужно как-то более конкретно определить, что есть отстойное, а что есть классное. Но есть вот более конкретные шкалы, да, где можно как-то измерить. Вот если там 0 рублей за съемку, там, вот в этом месяце вы заработали фотографии там 0 рублей, а есть там 1 000 000 рублей. То есть вот это измеримо, это более-менее объективно. И здесь можно использовать любые категории. То есть я не говорю только о деньгах, может вообще речь не идти о деньгах, да, но это должны быть какие-то измеримые категории. Вот денег там от 0 до 1 000 000, зрителей там прибавилось или есть у вас там, да, 0 и 1 000 000, репостов там вам сделали, вот вы сняли какую-то съемку, ее репостнуло там 3000, у вас бывало такое? У меня бывали истории, когда я что-то выложил, и 3000 человек это отрепостили, а это значит огромное количество новых людей про меня узнало бесплатно, огромная рекламная кампания бесплатно. На выставках на скольки вас там повесили, и насколько
хорошие это выставки, да, там, ну, выставок разной категории, есть разные размеры и разные места, где они проходят. Можно вполне объективно это все сравнивать, ранжировать неким образом, да, как бы. Первая выставка, знаю, в ресторане знакомом там, да, потом в торговом центре большом, а потом там в музее уже, ну, или в галерее, а потом за рубежом выставка. Ну, и вот это тоже разное ранжирование, да, как бы. Дальше продаж, сколько вы сделали, ну, просто вот какое количество людей, неважно даже за сколько, но обратилось к вам, доверилось вам, да, и что-то у вас приобрело. Или там сколько публикаций у вас было где-то, там, в чужих пабликах, там еще где-то. Вот эти вещи, они конкретные, их можно измерять, и здесь можно как-то ориентироваться и говорить, да, растет, не растет, лучше стало, хуже стало. Вот здесь, к сожалению, это нельзя. И огромная ваша проблема в том, что вы просто тупо ставите знак равно между этим и этим, удивляетесь. Вы говорите, почему один человек зарабатывает миллион, а но у него типа отстойные фото, а другой классные фото, и он зарабатывает ноль. Но эти две шкалы, они не находятся в одном пространстве, их нельзя просто приложить друг к другу, понимаете, никак, никак. Они находятся в разных пространствах, и вот это нужно понять и почувствовать. Потому что может человек, он снимает хорошо и зарабатывает, а может хорошо снимает и не зарабатывает. Может человек снимает плохо и зарабатывает при этом, может снимает плохо и не зарабатывает. Разные шкалы, могут быть разные значения, разные сочетания. Единственное, что если быть честным, то большинство там 80-90%, ну смотря сколько вы видите, на кого смотрите, да, большинство, конечно, и снимает плохо, даже если им кажется, что хорошо, реально это не очень, по любым почти критериям, и зарабатывает плохо. И вот мы сегодня попробуем с этим сориентироваться, и здесь нужно эти две шкалы подружить, то есть нужно создать такую ситуацию, когда, во-первых, с какой-то точки зрения вы снимаете хорошо, то есть у вас классные фото, но здесь нужно определиться, что есть классный, не на уровне просто своих каких-то интуитивных ощущений, и чтобы, да, вот это нормально было еще и по деньгам. То есть в этом и суть названия, да, нужно подружить одно и другое и разобраться. Ну, смотрите, первая вот есть формула, которую я всегда говорю, то есть вот сейчас я просто дам ответ на вопрос, как подружить вот это и вот это. Нормально подружить, чтобы и там было нормально. Формула такая, что, в принципе, ваш успех, вот реальный, не иллюзорный, а измеримый. Измеримая отдача, в чем бы вы ее ни измеряли. Просмотрах, лайках, там, публикациях, деньгах и так далее. Вот это определяется такой формулой. То есть успешность вашего маркетинга, то есть то, как вы презентуете, продвигаете, подаете то, что вы делаете, умножить на качество вашего продукта, собственно, само. То есть видите, какая формула? Здесь написано умножить. И это означает очень простую вещь, что если у тебя маркетинг 0, то какой бы у тебя хороший продукт не был, отдача все равно будет 0. То есть поняли, о чем я говорю? Вот это именно та ситуация. Если у тебя продукт средненький, но маркетинг хороший, то их произведение будет гораздо выше того человека, там, у кого продукт хороший, а маркетинг 0. Или около нуля, там, еле-еле маркетинг. Где-то левый задний написал, ну так уж и быть, я приму пару заказов, может быть, если меня уговорите. И вот это вот нужно понять, но это нормальная форма, произведение, эффективность умножается. То есть, если у вас есть, если вы умеете и маркетинг, и в продукт по-среднему, это даст больше, чем если умеете только в одно много. Вот это вот нужно понять. И люди это не понимают упорно. То есть, большинство вопросов это связано с тем, что вы не хотите вот поверить вот в это вот поверить, вот это зарубить себе на носу, что вам нужно заниматься и вот этим, и вот этим. Это взаимосвязанные вещи, ими надо заниматься обоими в связке. Для конкретного продукта нужно устраивать конкретный маркетинг, потому что конкретный продукт адресован конкретным людям, и это требует конкретных подходов по продвижению и продаже. Это связка, и с ней надо работать вместе. И нельзя так говорить и думать, что типа, ну вот этот чувак, вот у меня есть хороший продукт, а я, пускай кто-нибудь меня продает там. Найду какого-нибудь агента, пускай он меня продает. Так тоже не получится, потому что продажа очень завязана на продукт. Вот поверьте мне, я знаю, у меня есть обучающий продукт, и сколько людей не пытается его продавать, без моего участия он продается хреново. И стоит мне только чуть-чуть прикоснуться к самим продажам, как они подскакивают сразу несколько раз. Почему так? Потому что я этот продукт знаю, это и есть я, да, он идет от меня. И, соответственно, я понимаю, какие слова сказать, какие тексты написать и так далее. А другой человек, чужой, относится к этому просто, он без понимания, да, он не понимает, как это устроено, в чем суть, для кого это. И он относится к этому просто как, ну, какой-то абстрактной черной коробке, которую надо продать. И это не так эффективно. Поэтому здесь еще очень важно, вот в этой формуле очень важно ваше участие в обоих половинах.
Я не говорю, что тут не может быть какой-то команды, маркетолог, там, таргетолог, еще кого-то. Это тоже, возможно, агент, человек на телефоне и так далее. Но вы должны в обоих разбираться и участвовать в обоих частях процесса. И в создании офигенного продукта творческого, и в маркетинге, продвижении его и себя как бренда. Вот, это важно. Поэтому здесь какая проблема, да? То, что вот, если вы в эту формулу как бы поверите, вы должны понять, что такую вещь. Я расскажу, что такое маркетинг, но вот вопрос, что такое продукт. Так вот, продукт не равно хорошие фотографии. То есть есть еще огромное количество людей, которые считают, что хорошие фотографии — это уже продукт. Это не так. Продукт — это не любые хорошие фотографии. Хорошие — это вообще непонятно что. Что такое, блин, хорошие? Ну, то есть как бы мне нравится, да, всем нравится и так далее. Но это просто хорошие фотки, но они не являются продуктом. Тут надо понять, что такое продукт. То есть мы раскручиваем эту формулу. Мы идем от решения, от ответа к решению. Нам нужен успех. Для этого нам нужно заняться маркетинговым продуктом. Давайте определимся, что такое маркетинг, что такое продукт. Значит, окей, хорошо. Продукт — это не хорошие фотки. То есть, когда разговор идет о хороших фотках, это не так. Продукт — это нужные качественные фотографии. Под словом «качественные нужные фотографии» я понимаю такое. Они хорошо делают свою работу. Есть какая-то задача. Нужно одежду продвигать. Или нужно там людям пыль в глаза пускать своим знакомым в социальных сетях. Или нужно людям своих детишек запечатлеть для будущего или для бабушек там. Или еще что-то. Да. И вот эти фотографии должны хорошо делать свою работу. То есть, ставится какая-то конкретная задача. Они должны успешно решать вот эту конкретную задачу. Вот, вот так написано. Так вот, это продукт, а не любые хорошие фотки, не любые красивые фотки, не любые фотки, которые задевают вашу душу, не любые фотки, которые вам нравится делать, не любые фотки. Вы уже задолбали, реально. Меня задолбал уже этот нарциссизм. Ну, когда вы поймете, что вы никому нахрен не нужны сами по себе? Ну, то есть, у вас есть какие-то хотелки, вам что-то там нравится, какой-нибудь цветочек увидели, вдохновились, сфоткали. И вы думаете, что этого достаточно, чтобы люди к вам пришли и принесли деньги, внимание свое? Нет. Вопрос здесь простой. А людям этот цветочек нахрена? А что люди переживут там, увидев фотку этого цветочка? Понимаете? Лучше всего, конечно, балансировать. То есть лучше всего, чтобы был баланс, серединный путь, у вас маркетинг и продукт соответствовали друг другу по уровню. Но если у вас что-то одно слабое, но не умеете вы хороший продукт, ну тяните вверх маркетинг. Не умеете маркетинг, тяните продукт. Но запомните, если у вас вообще здесь ноль или вот здесь ноль, то есть вообще ноль, то вы проиграете тем даже, у кого середнячок. Окей. Причем, кстати, вот этот вопрос про продажу плохого, он сейчас особенно важный. Потому что, дорогие мои, сейчас особенно дорога реклама, сложности с рекламой, с таргетом, сейчас клиент особенно дорог. И сейчас, когда, году в 16-м я сказал еще такую формулу, я сказал, что каждый год стоимость внимания людей будет удваиваться. И это правда. Она так и есть. И поэтому, чем позже вы начинаете разумно себя продвигать, тем хуже. Тем дороже вам будет выходить на рынок, да, и всегда больше даваться. То есть больше сил нужно или денег, или ресурсов потратить. И вот это очень важный момент. И каждый год, каждый новый год, все дороже и дороже продавать плохой продукт. Все больше нужно сил, и все больше нужно труда и денег в это вкладывать, или времени там, неважно. А плохой продукт — это плохая идея для бизнеса. Посмотрите сами, сравните успех. Какой сейчас кризис, все плохо, и у кого успех? Значит, смотрите, итак, нам нужен продукт, и чтобы он был качественный. И вот мы сейчас с вами определимся, а что это такое? Продукт, и чтобы качественный, хороший продукт. Вот это ваша цель. Так или иначе, мы тем или катнем его должны сделать. И вот здесь снова мы вспоминаем Клементия, который говорит, а какие продукты нужно создавать? Примеры хочу узнать готовых продуктов, чтобы было понимание именно качественных тех, которые решают значимые проблемы. Ну и вот здесь вот смотри, любой продукт, который решает проблему. То есть я постоянно это показываю. И у меня есть подборы там по семейной фотографии, по такой, по сякой, по... Я не знаю уже, что вам надо. Вот я показывал очень клево про контент как раз, да, как делают контент, на котором зарабатывают. Плохой продукт работает, когда нет альтернативы. Но куда движется современный мир? То есть современный мир движется к тому, что доступность альтернативы шаговая. То есть раньше кого-то было как? Семейный врач передают друг другу по рекомендации, фотограф тоже, посоветуйте нам, друзья, фотографа, посоветовали. Так было до мира интернета. Сейчас никто не, понимаете, не по советам. Сейчас все просто. Вот я помню, самый крутой свадебный фотограф до момента нормального свадебного рынка в России, да, я сыграл большую роль в формировании действительно рынка качественной свадебной фотографии в России. Вместе как раз с Ноздряным, с Габани, с всеми этими людьми. И до того, как мы пришли и начали это делать, действительно самым крутым фотографом в Питере, например, был
человек, который был просто прикормлен в первом ЗАГСе. То есть был главный ЗАГС, и вот был, ну, он снимал такой же отстой, как и все. То есть все снимали одинаковые, это были совершенно одинаковые фотографии, но он был, вот директор первого ЗАГСа с ним имел отношение, и всех самых нормальных клиентов она ему скидывала. То есть это была некая, да, такая монополия, не монополия, откаты, то есть сфера влияния, ну такой был феодальный бизнес. Но потом пришли мы, и этот человек снимал, то есть ситуация, я вам просто расскажу ситуацию, чтобы вы знали, дорогие мои. Люди снимали свадьбы за $100, все, просто $100 свадьба весь день. За 200 снимали те, кто уже много лет на рынке, и у них была какая-то своя студия, свое имя, то есть сарафан, они брали 200 за такие же фотографии. И этот чувак, который в первом ЗАГСе, ему скармливали, скидывали ему самые вкусные пары, самые богатые, он снимал за 400. Парадокс заключается в том, что потом прошло время, появились на рынке мы стали двигаться, а он ничего не менял. Он так и жил, и все. Получилась смешная история. Он не стал зарабатывать меньше. Он так и зарабатывал свои $400 за свадьбу. Наверное, и сейчас он снимает свадьбы. Наверное, до сих пор они стоят примерно $400. А может, уже и на пенсию ушел. Но самое интересное, что мы стали снимать за 200, за 400, за 1000, за 2, за 5. То есть мы выросли, а он остался где был. Вот это про плохой продукт. Так же и с вами будет, да? То есть вы вроде как бы для вас ничего не изменится, но вы останетесь позади. Если у вас плохой продукт, и вы его удачно продаете, это будет какое-то время длиться. Но будет все хуже и хуже ситуация. В общем, такой поучительный пример. Так вот, дорогие мои, продукты создаются на основании людских проблем. Это самое важное. Продукт. Чтобы качественный. Что тут нужно? Я отвечаю. Нужно не копировать форму, а идти от проблем. То есть нужно найти определенных людей, понять, какая у них есть задача, что им нужно. Вот, например, очень много российских производителей одежды, мебели и прочих вещей резко оживились. И в них инвестиции, во-первых, потому что деньги не выводятся, и деньги сюда кладут. Во-вторых, у них есть шанс, потому что есть проблемы с доставкой всякого там дорогой мебели из Италии и все вот это такое. А с одеждой брендовой тоже проблема, на нее здесь цена подскочила в несколько раз, что дает пространство нашим дизайнерам. Они теперь могут надеяться больше денег получить за то же самое, что они делали. У них у всех сейчас необходимость контента хорошего уровня. То есть раньше хороший контент, например, крутая реклама мебели итальянской или там хорошие красивые фотографии для Zara, для H&M, они приезжали просто из-за рубежа, да, вместе с товарами приезжал и промоушен, и реклама, и хорошие вещи. Здесь не умели это делать. Вот сейчас здесь нужен хороший дорогой контент, не кое-как, а дорогой. Вот снять очень дорого диван. Вот есть диван, который стоит там в среднем 500 000 рублей. И этот диван, это, кстати, еще итальянские диваны всякие там, они по 1,5 миллиона, да, легко. Этот стоит 500 000, и он не хуже итальянцев, он даже, наверное, лучше по качеству. И нужно сделать для этого дивана рекламную кампанию, придумать идеи и снять. И это не может быть просто какая-то фигня, типа, давайте возьмем девочку в джинсах, она будет сидеть на диване и пить кофеек. Вы сами понимаете, это так не работает. Не тот уровень, не те клиенты. И здесь, как удивительно, но факт, здесь почти не найти людей, которые могут это сделать на таком уровне, чтобы был определенный шик в этом. Это было на Vogue похоже, да, на рекламный блог, а не на какой-то самопал фабрика белорусской мебели. Дорогие белорусы, не хочу вас ни в коем случае обижать. Есть крутейшие конторы белорусские, делающие сейчас и кухни дорогие тоже. То есть очень разные есть белорусская мебель. Но я говорю о дешевой, конечно, которая прямо только ценой брала. И вот этого нужно плясать от задачи, то есть создавать такой контент, который решает задачу, а не копировать то, что делают другие вокруг. Когда вы просто копируете картинки, как они выглядят у соседей, это не создает хороший продукт. Поэтому фишка в продукте в том, что его нужно не копировать с чужих продуктов, а создавать на основе изучения каких-то определенной аудитории и их потребностей, да, и решая их задачи, ты должен сформировать свой, вот он вырастет, то есть продукт должен быть ответом на вопросы, которые тебе задают аудитория. У них есть задача, решая их задачи, формируется внешний вид продукта. Вот так это работает. Вот так. Еще одна большая проблема вот с маркетингом, то, что не понять, что у тебя можно и нужно что-то купить. Ну, вот здесь вот нужно, конечно, определенным образом себя подавать. И вот когда человеку можно и нужно, это как раз вопрос, то есть почему вас не покупают фотографии, да? Почему к вам не обращаются именно как продайте за деньги свое именно творчество? Потому что вопрос первый. Даете ли вы понять людям, что нужно у вас покупать, что это возможно? Очень часто нет. Ну, четко очень. Я коммерческий фотограф, вот такое-то я снимаю, продаю и так далее. Вопрос следующий у каждого человека. Зачем ему это надо? Вот зачем мне твои фото? И вот на этом вопросе вообще отсеивается там 99 из 100. То есть суть заключается в том, что нужно дать понять людям, да, чтобы они поняли, что у тебя можно и нужно что-то купить. И вот первую фразу попроще, это просто нормально оформить предложение, да, то есть, что у тебя есть какой-то продукт, вот ты снимаешь за деньги, вот такое-то и так далее. А вот это очень непросто донести до людей. Это работа главная, вот это вот маркетинг. И поэтому я говорю, что продукт должен рожаться из проблемы, потому что когда есть какая-то людская проблема, вот это нужно, можно обосновать. Нужно сказать, потому что я решаю, вот у вас есть такая-то проблема, дорогие мои. Вот вы производитель мебели, у вас есть вот такая
такая-то задача, вам нужно сейчас дорогие диваны продавать, а выглядит у вас реклама колхозно. Давайте я вам ее решу. И на фоне стоимости ваших диванов это ни о чем вообще. Но это не дешево. Но дешевле ваших диванов съемка будет. Вот так вот это, понимаете, происходит. Давайте про маркетинг расскажем. Что такое маркетинг? Есть очень четкая формула маркетинга. Значит, нормальный бизнес, логично, он строится на трех китах. Есть бренд. Это то, что вас думают, вот то, что вас знают, то есть знают вас под каким-то именем, есть какая-то аудитория, которая вас знает, есть какой-то имидж или, ну, вот, например, знают, что вы хорошо снимаете вот портреты, да, но к вам не ходят за съемками еды, например. Мой бренд — это точно не про съемки еды, да, мне не обращают, чтобы я снимал еду. Есть продукт, это вот, собственно говоря, конкретные виды съемок, одна или несколько видов, да, которые очень четко определены. Это вот такие съемки с таким результатом, решающие вот такую задачу таких-то людей. Ну, например, там я снимаю парочки вот так-то, в одном стиле, вот определенный, вот сразу видно, да. И есть аудитория, это вот те самые люди, у которых есть вот эта проблема, к ним как-то надо касаться, то есть они должны быть в курсе, что ты так делаешь, и вот их как бы, ты их будешь снимать, да. То есть получается, что бизнес — такой процент, когда бренд, то есть ты, вбрасывает продукт в аудиторию, то есть демонстрирует ей, показывает, говорит, смотри, у меня есть такой продукт, круто, вот как я его делаю, вот как он выглядит, там постоянно напоминает, да, там аудитория следит, и потом она, соответственно, ну, пользуется этим продуктом, покупает его, дает обратную связь и так далее. Или, может быть, еще не покупает, но уже смотрит и говорит, да, классно, мне нравится, когда-нибудь я обязательно куплю. И сейчас, разумеется, мой основной продукт — это не фотография, а обучение. И у меня есть аудитория, это вы. И у меня есть продукт очень четкий, несколько курсов, и там все понятно, и понятно, какие проблемы, вопросы он решает. И у меня есть бренд в этой области, все это у меня есть. И это вот и есть осмысленный бизнес. Вот когда этот процент налажен, то есть когда вы разобрались с тем, кто ваша аудитория, какой будет ваш продукт, да, и что будут думать о вашем бренде. То есть по-хорошему вот это тоже нужно заботиться, о личном бренде, его тоже продвигать, формировать через сторис, через бэкстейджи, через то, какой вы, проецировать себя, показывать, распаковывать, да, то есть какой вы, как вы развиваетесь, как вы что-то изучаете, по каким музеям вы ходите, что вы делаете, кого вы снимаете, с кем вы взаимодействуете, что у вас получается, что вы можете, какой вы человек. Вот это все вместе, вот этот работающий механизм этих трех составляющих, которые постоянно-постоянно нужно развивать, демонстрировать людям по кругу, да, работать над этим, над этим, над этим. То есть над своим брендом, над аудиторией, над продуктом. Это и есть хороший процесс маркетинга. То есть вот так выстраивается маркетинг. То есть вы продвигаетесь, вот эта работа с аудиторией, находите этих людей, удерживаете этих людей, привлекаете их внимание, удерживаете. Вы предлагаете им продукт, вы его реализуете, снимаете. И вы растите свой бренд, да, в частности на... Ну, господи, посмотрите у меня вот, допустим, вот как все сделано, как все составляющие абсолютно, да, есть. Вот у меня есть там, допустим, курс. И тут есть и отзывы людей, и работы учеников красивые, да, их публикации, то есть отзывы людей есть, да, как бы все, все составляющие, то есть аудитория, отзывы, ее ощущения, в чем продукт, там, какой он, сколько он стоит, какие задачи он решает, здесь очень четко сформулировано. То есть все эти вещи разжеваны, показаны, все это осознанно. И это главная тема, то есть как бы вы должны осознать, ну, осознать бренд — это означает понять, кто вы, какой вы, да, что вы, как люди должны вас воспринимать, что вас думать, что вам нужно. Продукт осознать, какой у вас, то есть именно какую задачу людей будете решать и создать такие фотографии, научиться их снимать. Аудитория какая у вас, кто эти люди, где до них дотянуться, как до них дотянуться, как их собрать у себя в аккаунтах и так далее. Еще интересный вопрос, а кто покупатель, да, то есть кто будет покупать? Вы все время такие, а кто будет покупать? Девушка одна прислала такую историю, вот она пишет, постоянно делать очень круто, маловероятно, особенно с клиентами без опыта. Делать упор на обстановку и контекст почти всегда увеличит бюджет в разы. Клиент даже состоятельно идет на большие траты к фотографу, если он сам звезда. И здесь я согласен, большие траты требуют от вас бренда. Слово звезда неправильное, ну какие звезды, но бренд. То есть фотограф уже с именем, с работами, по которому видно, что он клевый, что у него есть заказчики. Надо все-таки становиться медийной, снимать рилс. Моя работа есть у меня на аватарке, буду очень признательным мнением со стороны. Работы вот такие. И вот здесь, кстати, есть вопрос, да, то есть девушка говорит о том, что ей, ну, некий потолок чувствует и не выйти. Вот это такая некая заикография. Вот давайте посмотрим на аккаунт девушки. Фотограф Самара Уфа, написано коммерческий фотограф. Это хорошо, то есть сразу написано, что я снимаю за деньги. 5000 подписчиков, это плохо. Это не уровень бренда. Давайте, здесь очень все четко. Обычный человек сейчас может иметь до 1000 подписчиков легко. То есть, в принципе, в соцсетях даже у обычных людей, ну, мало-мальски интересных, там есть, может быть, 1000 подписчиков. Чисто просто вот обычный человек. 5000 подписчиков — это человек с картинками чуть интереснее, чем просто обычный.
обычно. И здесь подписывается понятно почему, потому что, ну, девушек здесь можно, попки там посмотреть, попки, сиськи, ну, приятно, красивых девушек. То есть вопрос здесь какая, здесь очень, кстати, важный вопрос, какой здесь вот, очевидно, что здесь есть два, ну, как бы, подписчики делятся на две части, на те, кто смотрит эти картинки, и те, кто хочет, чтобы его так сфотографировали. Вот сами эти зайки, девушки-зайки, там, кисы, не знаю, как говорить. И это, конечно, зайкография в чистом виде, точнее, кисография. Зайкография немножко другое, здесь кисография. И вопрос, во-первых, какой здесь, то есть мало то, что здесь 5 подписчиков, 5000. Еще вопрос, какой процент из них здесь потенциально себе такие фотки хотят. А какой просто смотрит на груди и попы. Это первое. Второе, в целом 5000 это мало. То есть есть очень четкие градации, и если так оценивать, ну, наверное, сейчас, ну, должно быть за больше 10 тысяч, чтобы это уже работало. То есть чтобы твой Инстаграм работал как маркетинг. Есть, конечно, разные исключения, есть разные рынки, разные... Есть историка, у человека там 100 подписчиков, но это сплошь директора крупных компаний, он может заработать на них миллионы, я не спорю. Но давайте посмотрим на эту девушку, да, и что у нее здесь видно? У нее написано Fashion Personal Business. Действительно, здесь только персональные фотографии девушек с элементом эротики, да, то есть вот, ну, то есть это частные фотографии для девушек, которые хотят привлекать мужчин такими работами. Или вызывать чувства, комплексы у других девушек. Здесь нет фэшена, фэшен это про одежду, а не про попки, сиськи. Здесь нету бизнеса. Бизнес-портрет, я там, я листал, нашел одну единственную работу, которая, да, но то есть то есть уже здесь есть нестыковка, потому что а в чем здесь продукт? Ну, то есть, если честно, продукт здесь немножко ограниченный, и, конечно, такой продукт продавать дорого сложно, потому что очень много красивых девушек, и они очень часто вот свои попки могут, ну, то есть нужен ли фотограф для того, чтобы они зеркала используют, то есть можно тот же отель арендовать, и там с айфончиком подруга поснимает, как ты валяешься на кровати, ползаешь по полу там в ботфортах и так далее. Короче, это не язык моды, это все профессионалы из мира моды, люди это видят, это язык кис, кисография, да, это для кис. И здесь вопрос съемки кис. Съемки кис, чтобы расти дальше, нужно снимать либо более знаковых известных кис, то есть либо это должны быть не девушки узнаваемые, да, какие-то. Либо нужно, чтобы эти кисы были упакованы и оформлены более круто. То есть не на фоне фотостудии со старыми деревянными окнами, 1000 рублей в час, на фоне номера отеля ценой 2-3-5 тысяч рублей за ночь, а на фоне отеля ценой 100 тысяч рублей за ночь, да, там в ресторане. В одежде не просто вот, а в одежде гораздо дороже, чем это какой-то брендовый и так далее. То есть развитие в этом стиле есть, здесь есть развитие, но оно дойдет со статусностью, да, то есть нужно повышать свою статусность и статусность того, кого снимаешь, и картинок. И вот здесь как раз вопрос, вот большая ошибка, что выходить за рамки типа плохо, слишком, этот фотограф слишком фокусируется на попах и сисях, попы, сиси, глаза, глаза, сиси, попы. Нужно выйти за пределы, то есть сами по себе сиси и попы стоят, ну, вот столько, но они не будут стоить вот столько. Вот столько это уже про другое, это уже про харизму, это про шик. Я показывал как-то вот девушку Абсолюция, которая тоже снимает кис, но на уровне прям Вога. Хорошо очень. И за рубежом, и там другая одежда, и другие кисы, другие совсем ощущения. А вложение все остальное, ну, там, да, ну, тот же макияж и тот же стилист. Здесь скорее нужно развивать вкус. То есть, скорее, сам вкус. Здесь ограничивает фотограф сильно то, что получается. Я вот к чему? К тому, что, видите, здесь, во-первых, неправильное позиционирование. Что это? То есть, я не вижу здесь продукта бизнес, не вижу продукта фэшн. Вижу продукт кисы. И сами кисы здесь, ну, на определенном уровне. Это определенный уровень. Это там 10 тысяч за фотосессию, но не 50, там, не 30 даже. Потому что здесь очень тесно и очень сфокусировано на природных элементах. А природные элементы у них есть и так. То есть, их не надо покупать попу и грудь. Они в качалку ходят, там ее выкачивают, эту попу. Им нужно купить что-то, чтобы их более статусно поставило. Но здесь не очень дорогие кисы и не очень дорогая съемка получилась, она ограничивает. Здесь нужно развивать вкус, и как раз привлечение смысла, харизмы, сюжета здесь было бы хорошо. То есть, например, различная стилистика, которая бы вытекала уже из сюжетности, это не было бы плохо. Это именно вопрос подумать, не вопрос лишних денег. В тех же рамках бюджетов можно сделать интереснее и лучше. Более похоже на там съемки эдиториал из журналов, например. Это похоже на Инстаграм и кис. Можно сделать похоже на эдиториал журнала. Но нужно сделать шаг, чуть абстрагироваться от простой констатации попок и сисек. Самое интересное, смотрите, теперь я суммирую для вас главный вывод. Самое главное в вашем развитии, вот чтобы вы снимали неотстойные фотографии, вам за них нормально платили, это два разных элемента, оба надо реализовать, да, чтобы у вас был хороший продукт и хороший маркетинг. Нужно пробить определенные стенки в голове, вот избавиться от определенных иллюзий, пробить определенные
люблю на стенке. Мне постоянно люди лезут именно со стенками. А people хавает, а люди не поймут, не оценят, можно, нельзя. Я вот, это же пример тоже стенки. Смотрите, сегодня день показываю стенки. То есть здесь стенка у девушки какая? Она считает, что по-другому снимать невозможно. Что, то есть по-другому снимать это резко дорого и невозможно. Но это не так. Можно снимать по-другому в рамках ее же мира и этих же даже девушек. Но просто она пока не умеет или не хочет, не делает это. То есть нужно менять. Это нужно менять. Ну, будешь менять то, как это выглядит, постепенно, можно плавно, не совсем резко, но менять. И будут меняться и кто, и сколько это стоит, и кто обращается, и может станет их больше и так далее. Как пробить стену в своей голове? Значит, смотрите, проблема в развитии. Сейчас я скажу, все, собрались, сейчас я скажу очень важную вещь. Опять же, очень искренне и немножко обидно. Большинство из вас делают вот такое. То есть ваши жалобы связаны со следующим. С тем, что вы стучите в стену головой все лучше и лучше. Вы говорите мне, Медведев, я стучу все лучше и лучше, я там чаще стучу, я сильнее разбегаюсь. Но вы стучите в стену головой, вы это понимаете или нет? Нельзя продолжать как дятел долбить. Нужно что-то менять, это нормально, нужно развиваться и менять. То есть, если вы стучите головой в стену, вы ее не пробьете. Стена прочнее вашей головы. От того, что будете стучать больше, просто больше утомитесь. У вас будет больше шишек, или вы быстрее сойдете с ума. Это очень важный момент. Вы должны почувствовать и понять, что вы делаете. Если вы видите, что вы стучите головой в стену, не надо продолжать, и тем более не надо стучать упорнее. Так это не работает. Что вам мешает измениться? Вам мешает страх и лень. То есть вы боитесь, что если вы... Вот здесь тоже есть страх, я чувствую. То есть девушка написала, что она сказала, что типа гораздо дороже и сложнее делать что-то другое. Но она давала совет другому фактически человеку. Но любой совет — отражение наших проблем, да? Мы говорим типа о другом, а имеем в виду себя. И здесь вот как раз отражение проблем, что увеличит бюджет в разы, клиент состоятельный не захочет платить, ему не понравится, он не поймет. Вот эти страхи. То есть есть страхи, которые не дают выйти за пределы этого формата. Это неплохо, я не могу сказать, что это плохие фотографии. Некрасивые, симпатичные, ну некоторые пошловатые, некоторые дешевле, некоторые дороже выглядят, да. Но они, в принципе, для определенной аудитории, все понятно. Это нормальный продукт. Но если ты недоволен, то есть здесь история такая. Если тебя не устраивает то, в чем ты находишься, например, сколько тебе платят, сколько у тебя заказов, сколько внимания к твоим работам, то ты должен начать делать то, что ты не делал раньше. Продолжая делать то, что делал раньше, ситуация не изменится. Вот это надо понять. Это нормальный закон. Вот не надо стучать головой в стенку. Вот это вот главная мысль. Так вот, страх, как правило, есть страх и лень. Но, естественно, лень — это тоже следствие страха. Мы боимся. Например, лень — это такое, что такое? Лень — это страх, что мы потратим много сил, а отдача не будет того стоить. Поэтому мы не делаем, да? Если бы мы знали, что мы вот оторвем жопу от дивана и тут же получим миллион, мы бы оторвали. Но когда мы не уверены, мы типа такие, ну, полежу я лучше на диване. Скорее всего, я ничего не получу, да? Поэтому лень здесь написано маленькая, страх большой, потому что основная проблема — это страх. Это идет от инстинкта самосохранения. То есть человек, ну, он жил в дикой природе, если он слишком был любопытным и ничего не боялся, он быстро умирал. И потому что если он слишком экспериментировал в доисторической природе, он просто умирал. Ел все, что не попадя, умирал. Хватался за всех животных, а некоторые оказывались ядовитыми и так далее. И, к сожалению, эволюция в нас вырастила очень сильный страх. То есть от того, что вы сделаете несколько съемок не в том стиле, что вы делали раньше, вы не умрете. Но вы все равно боитесь их делать. У вас это вот врожденное. И вот большинство людей, там 80-90% людей, они очень зажаты именно страхом. Они боятся. Им нужно этот страх преодолеть так или иначе. Страх — это вещь, которую преодолеть вы можете только сами. Но я могу в этом помочь и стараюсь помогать, как могу, да? То есть я помогаю. Но в конце концов, вы должны преодолеть его. Я вам расскажу историю про шахматистов. Очень, чтобы вы поняли, как все это устроено. Это очень классная история. Значит, делали такие тесты. Показывают шахматные разные партии. Ну, расстановка фигур посреди партии. И смотрят, человеку показывают сколько-то, он может смотреть сколько-то там секунд, а дальше он должен вот по памяти восстановить партию. И чтобы восстановить всю партию, ему разрешают сделать сколько угодно таких подходов вот по 5 секунд. То есть 5 секунд посмотрел, расставил часть фигур. 5 посмотрел, расставил часть фигур. И вот начинающие, они, им нужно там 5-6 подходов, чтобы расставить все. То есть они не могут сразу запомнить. А более уже такие продвинутые ребята, ну, спортсмены, да, у них 2-3 там подхода. А мастера там уровня мировых гроссмейстеров, типа Магнус Карлсон, они не просто, он вообще, он смотрит на доску там 2 секунды, начинают расставлять на доске, просто оставляют фигуры, их еще не все не расставили, он говорит, это такая-то партия из такого-то года, такого-то чувака. Там офигевают. Начинают следующий расставить, он говорит, это такая. И вот мы на это смотрим и думаем, наверное, у него дар, у него очень хорошая память, немного всего сидит. Но я расскажу здесь очень интересный нюанс. Если этот эксперимент чуть-чуть изменить, то есть те, кто мастера в шахматах, они
лучше запоминают сложные партии, да, как бы. Но если изменить и расставлять эти шахматы случайно, то есть не партии реально расставлять, а просто случайно генерировать расстановку фигур на доске компьютером, то мастера также плохо запоминают, как и начинающие, ничем не отличаются. Поэтому мастерство, друзья мои, это не природные данные, что у меня там много памяти, а у тебя мало, да, или у меня я родился с талантом, а ты нет. Это опыт. А как опыт получается? То есть, если вы хотите развиваться, вам нужно свой опыт прокачивать. Вам нужно развивать свой опыт осознанно. И это делается вот так. Смотрите. Это известный факт, это есть исследование, это все известно. То есть, для того, чтобы вы действительно развивались, и все прямо вот заметно, вам нужны стабильные условия, в смысле, что, ну, не нужно хвататься, там, не знаю, за новые виды съемок каждую неделю. Нужно полгода-год подработать над одним продуктом и одним рынком, да. Над решением одной задачи нужно работать некоторое время. А не типа, я один раз попробовал, не получилось, и я побежал другие съемки делать, да. То есть у вас должна быть все-таки какая-то сфокусировка. Дальше. Должны быть итерации, то есть нужно повторять, да. Вот если вы хотите снимать круто парочки, так что вам платили по $1000 и приглашали в другие города снимать Love Story, то вы должны сперва полгода снимать очень крутые парочки бесплатно. И выкладывать каждую неделю по новой съемке, прежде чем вас начнут звать, да, поймут, что есть такой формат, узнают, что вы это делаете, поймут, зачем это, сколько и так далее. И начнут к вам обращаться уже, говорить, а сколько стоит? А можете вы нас снять, мы вам за сколько это стоит? То есть для этого нужны итерации. Понять, получилось у тебя или нет, получается ли у тебя хороший продукт или нет, можно понять, сделав только штук 10 съемок. А очень многие люди пробуют один раз и такие, ну вот не вышло, людям не понравилось, ко мне никто не обратился. Это не работает так. Че, вы уже настолько офигели, вы думаете, что вы сейчас вот так вот щелкните, я соизволил один раз выплестись из дома, сколько вот я этого вижу на обучении, я соизволил сделать одну съемку в месяц, а она что-то не очень. Ну так не очень, делай еще 5, пока очень не станет. То есть нужны итерации, вы не можете научиться сразу, господи, да ничему человек сразу не учится мгновенно. Нужно повторять, что у нас лучше и лучше. Люди в балет учатся с 5 лет, с 6, а их на сцену выпускают в 15-16, только-только там на заднем ряду кардебале это подплясывать. Человек 10 лет ногу поднимать учится красиво. Не сразу все это приходит, вообще, блин. И, конечно, итерация требует мотивации, потому что, ну, кто будет снимать 10 съемок без коммерческой отдачи, да, 10 крутых love story, не получая за это деньги. Если у вас нет мотивации, цели и понимания, зачем вы это делаете. У меня вот есть, я понимаю, потому что я не раз в жизни, да, добивался серьезных позиций в разных вещах. Преподавание, свадебной фотографии, такой фотографии, в сяком, в этом. До фотографии там у меня тоже были вещи, которыми я занимался. Везде я достигал хорошего уровня. Потому что я упорный. Я вот буду 10 раз снимать съемку прежде, мне все будут говорить, да это говно, да не получается, да не то, что ты Медведев нам тут показываешь, снимай как ты раньше снимал лучше, что ты тут экспериментируешь, фигню какую-то делаешь. А я буду делать, и на 10 раз все сломаются, будут говорить, блин, а это клево, просто мы не сразу поняли, не сразу въехали. А сколько это стоит? Я себе такое хочу. Дальше, нужно, смотрите, это как с физкультурой. Нужно уходить за зону комфорта, то есть должны быть усилия и стресс. То есть нужно делать не кое-как, а на пределе своих возможностей. И желательно вот какие-то новые вещи пробовать. То есть вот эта история, вот я почему ее показал. Да, хорошая девушка, хорошо снимает, молодец. Но это зона комфорта. Это сложившаяся зона комфорта. Я и красивая же модель в белье, в студии или в отеле. Все это было много раз. Это зона комфорта. Раз у тебя есть какие-то вопросы, значит пора уже покинуть эту зону. То есть нужно делать эксперименты, нужно пробовать разное. А попробуй модель не такую красивую, а не такую молодую. А еще что-нибудь, мужчину поснимай. А еще, то есть, ну пробуй эксперименты, ты найдешь что-то. А попробуй не в белье, а голую. Не попками, не вот эти вот инстаграм-ракурсы, да, когда вот в камеру тыкают попой. То есть такой подход. А попробуй поснимать абстрактно, холодно. Может быть, просто она лежит ровно, руки по швам. Может быть, что-то в стиле живописи или в стиле, ну, другие типы позиции. Фэшн-позы — это другие позы, не такие, как там. Да, там именно секси-позы из инстаграмчика. И вот попробуй другие позы. Конечно, нужна обратная связь. То есть, видите, тут вот стабильные условия. То есть, один и тот же вид съемок, одни и те же клиенты. Но разные эксперименты, то есть, разные, по-разному ты решаешь задачу. Выходишь за зону комфорта, стараешься. То есть, нужно стараться прыгнуть выше головы, что-то новое сделать. И тогда вот человек именно на стрессе учится новому. Ты должен устать, да, в качалке, чтобы у тебя мышцы стали больше. Если ты не подойдешь к этому
этому историю, когда они уже вот такое ощущение, что они устали, да, вот такая сладкая боль такая определенная, то не будет сигнала, организм увеличивает мышцы, когда ты даешь им определенный сигнал, что твоих мышц не хватает. Вот, нужно дойти до определенной усталости, чтобы организму дошло, и он так и с фотографией, да, то есть если тебе все комфортно, все хорошо, то ты не прыгнешь выше головы. Эксперименты, обратная связь, то есть тебе должны быть люди, самому тяжело сориентироваться, желательно, чтобы каким-то образом ты объективно понимал нужную сторону, то есть лучше у тебя стало или хуже. Не на уровне одной съемки, ну скажем, вот ты сделал 10 съемок, что изменилось, да, что и так далее. То есть если это суммировать, здесь есть некая диалектика, если сказать прямо одной фразой точно, то, ребята, чтобы развиваться, нужно ставить эксперименты, но в повторяемых условиях. Вот я придумал такое определение, оно офигенное, заскриншотить его. То есть оно, в принципе, в себе вот это все включает. Нужно ставить эксперименты, но в повторяемых условиях. Снова и снова. И тогда вы будете развиваться и получите, действительно, пройдет некоторое время, и результат все увидят. То есть это не сразу, это не в ту же секунду. Вот вам, короче, рекомендации. Вот я даю вам рекомендации. Смотрите, творчество, эксперименты, проактивность. Что такое проактивность? Это когда, неважно, обратился к вам клиент или модель, заплатил деньги, нет, вы сами ищете идею, ищете способ ее реализовать, пускай бесплатно, пускай даже, может, вкладывая свои средства какие-то там за аренду студии, за стилиста или за прическу, но это уже ваше дело, да. Как правило, можно обойтись без денег, но надо тратить много сил тогда и труда, и разговоров. Либо быстрее и проще, но с деньгами. Дальше, нужна комьюнити, поддержка и обратная связь. То есть вам нужно найти единомышленников. Если вы живете в обычном мире, вокруг обычные люди, то это средняя, ну какая-то средняя температура, средняя аудитория. И в рамках, есть такая поговорка и пословица, огромная проблема у многих из вас. С кем поведешься, от того и наберешься. То есть если у вас в общении нет особых людей, да, то есть нет вокруг вас фотографов, которые круче снимают, которые интересные, которые смелые, а только все делают одно и то же, вот такое серая масса, типовые фотографы, типовые клиенты, все это замкнутый круг, с которого очень сложно вырваться. И будет очень тяжело делать творческие эксперименты и получать адекватную обратную связь. Вот здесь необходимо, чтобы у вас было комьюнити, поддержка и обратная связь. То есть нужно найти единомышленников, которым тоже интересно развиваться, которые тоже вкладывают время и силы и деньги в какие-то проекты, которые тоже, как и вы, там пытаются делать съемки крутых, повторять фотографов, прыгать выше головы, пробовать что-то новое. Вот это вот важно. То есть важно общаться с такими людьми. Это вам очень поможет. Очень важный момент. Супер. Дальше. Осознанный маркетинг. То есть нужно делать, несмотря на то, что можете быть абсолютно творческим фотографом. Может вам даже вообще не нужны деньги. Вас интересует фотография только как творчество. Все равно вы должны делать осознанный маркетинг. Я вот покажу пример. Написала, что вот та самая девушка, которая написала, что типа есть люди, которые снимают круто, а их не ценят и деньги не платят. Вот давайте посмотрим на ее сайт. Смотрите, это сайт Юли. Она смелая, она молодец. Она не побоялась сказать, что это, собственно, она про себя, и вот сайт. Но что мы видим на этом сайте? Посмотрите. Вот сейчас я как раз занимаюсь тем, что даю обратную связь, которой нет. Мы видим мечта с продолжением. В детях мы хотим видеть исполнение наших мечтаний. Это ее дочка, которая занимается разными вещами. Ух, как она свою дочку везде это пихает, да? Дочка везде все делает. Тут написано, что дочка попробовала, да? И съемки. Вот там дочка там глину крутила, на трубе играла, на лыжах ездила, на карте каталась, в душе стояла, на арфе играла, картины рисовала, на лодке плавала. Мне уже жалко ребенка, но окей, хорошо. Но давайте честно, вот это про ее дочку. Дальше, смотрите, мама на работе. Это про себя, да, так я понял. То есть это или мама с детьми. Мама, такой проект, типа репортажный, да, мама с детьми. С точки зрения реализма и репортажа, она, может, неплохо снимает, но не фантастически. То есть есть репортажник, у которых картинка гораздо лучше. Но вопрос коммерции-то, а где тут продукт? То есть вот здесь про мам, да, мамы, в общем, со своими детьми, окей. Следующий, мне почти 40, там, про беременность, дети, про себя, там, я беременная. Ну, кстати, неплохой кадр. Вот это мне нравится, вот это интересно. Но это вот, смотрите, многие кадры очень бытовые. Они бытовые, они не содержат в себе что-то особенного. У них нет особенностей. Нужно либо особый ракурс, необычный взгляд. То есть эти кадры показывают то, что обычный человек видит в обычной жизни очень часто. Вот этот кадр хотя бы приколен, потому что есть некий сюр, да, красное платье, шарик и открытый багажник. Здесь есть некий такой, ну, этот кадр выстроен. Здесь вот хорошо. Но дальше опять бытовуха пошла. Очень много бытовухи, да, такая серая бытовуха. И смотрите, вот что это за сайт? Это сайт, это история про себя.
То есть, ну, это можно говорить как социальный проект, социальное исследование. Это не коммерческая фотография, потому что, правильно, уже многие написали в чате, себяшки, да, многие уже написали в чате, что, а какую задачу, никто, глядя на это, не поймет, а мне это зачем? Какую мою задачу вот решит это? Ну, хорошо, вот я знакомился с ее дочкой, с ее увлечениями, с ней самой, с ее подругами, с проблемой одиноких мам я знакомился. То есть, это публицистическая функция. Я узнал о том, что живут такие люди, вот, но здесь конкретно нет продукта четкого. Нет четкого продукта. Бренд здесь есть. Ну, не очень, но про человека можно узнать. То есть, в принципе, тут, ну, бренд-составляющая, личный бренд, она есть. То есть, про Юлю Скоробогатову мы узнали очень много. Продукт есть? Нет. Непонятно, какой продукт и для кого. Непонятно, для кого это съемка. Зачем она? Какие задачи она решает? Непонятно. Очень, да. Дальше, выглядит ли она круто? Нет, не выглядит. Только отдельные кадры бросаются в глаза. Есть хорошие кадры, но очень много кадров, которые фотографически не дотягивают. То есть, девушка написала, что у нее классные снимки, но ей мало платят. Но правда в том, что, ну, такие классные снимки сделает любой человек с айфоном, в принципе, который просто увлечен процессом. То есть, например, со своими детьми, любой почти там, ну, то есть здесь это не такой уровень построения кадра. Это интересно, может быть, какому-то журналу, как социальное исследование, но это разовая история, за это не заплатят. И аудитория есть? Нет, непонятно. То есть здесь не получается, потому что есть три составляющих: бренд, продукт, аудитория. Пока тут только немножко начертился личный бренд. Очертился. Продуктом плохо, непонятно, не конкретно. Что, зачем, какую задачу решает? Не могу ответить, глядя на этот сайт. С аудиторией понятно? Ну, косвенно понятно, вроде как аудитория, ну, давайте говорить. Ну, вот аудитория, она и есть. Вот эти мамы на работе, мамы со своими детьми. Но ответьте мне сами, сильно ли это платежеспособная аудитория, и будут ли эти мамы платить за вот такие фотографии? Правильный ответ – нет, не будут, потому что какие проблемы этой женщины решает эта съемка? А никакие. От этой съемки эта женщина не станет менее зачуханной, она не станет красивее, не почувствует себя уверенной. Вот если бы эта съемка дала этой женщине какое-то ощущение, например, что все не зря, что не зря она завела троих детей и теперь просто... Но эта съемка не дает такой. Эта съемка констатирует ситуацию, ничего в ней не меняет. И вот в этом отличие фотографии, да, графомании, может быть, даже хорошей, хорошо. Давайте считать это хорошей фотографией, клево снят. От продукта. Это не продукт. Потому что эти фотосессии никак не изменят жизнь этих мам. Даже на миллиметр. Не сделают лучше. Вот это важно. Нужно придумать такие фотки, которые сделают лучше жизнь вот этой мамочки. Может быть, вывести этих детей в красивое место, красивых одеть, снять. Да, это будет неправда, но это будет то, чего им не хватает. Чтобы они почувствовали кайф, любовь к себе, чтобы они себя полюбили через эти фотографии, они смотрели на них и говорили: боже мой, какие мы убогие. Вот еще одна констатация того, как все жестко. Вот этой жести, вот она констатация этой жести. Ну, не становится им лучше от этих фотографий. Вам, может быть, да, вам нравится их фотографировать, вам как бы, то есть фотографу здесь нравится, я свидетелем, каждый момент моей жизни очень важен, ценен, все, что я увидел, это непередаваемо. Да все это, ну, как бы достаточно ординарно. Ну нет, это непередаваемо, вы обязаны смотреть и поклоняться тому, что я сняла вот 73 семьи с кучей детей. А в чем, что здесь вы добавили? То есть, что вы добавили от себя такого, что сделало бы лучше жизнь этих людей? Что, ну вот, грубо говоря, вот сейчас люди написали в чате, да, то, что мы смотрим, даже мы не приближаемся, да, то есть видно сразу, что это бытовуха. То есть вот что вы сделали такого, чтобы было одним людям интересно это все смотреть, они получали пользу даже от просмотра. Может, какие-то приятные эмоции, что-то интересное увидеть. Здесь нет особой пользы. Ну, интерес есть, любопытство некое. Но... И б, тем, кого вы снимаете. Вот как им становится лучше от этой съемки. Вот это вопрос. Видите, теперь мы с вами разобрались. То есть, а есть иллюзия. То есть, у девушки, которая делает эти фотографии, есть иллюзия, что это хороший продукт, что это классные фото, которые просто почему-то вот за них не платят. А оказывается, это иллюзия. Извините, не обижайся. Я разрушаю твою иллюзию. Ну, потому что это, я считаю, что это полезно разрушить эту иллюзию, потому что ты бьешься головой в стену. Ты никогда не пробьешь эту стену, пока не поменяешь свой подход. Смотрите, так вот, рекомендация, осознанный маркетинг. То есть осознавать, что у вас за продукт, что за аудитория, каков, в чем ваш бренд, что вы несете. Твой бренд должен быть не я фиксирую зачуханных мамочек и к их страдания от количества детей и жизни, а твой бренд должен быть такой: ко мне приходит семья, и я делаю такую съемку, что она выходит, и все смотрят на эти фотографии и говорят: да, они
не зря. Они не зря живут вместе. Они не зря родили этих 5 детей. Оно того стоило. Мы видим это по фоткам. А этого там нет. Вот здесь нормальная история. Вот если делать так, я уже говорил, это, кстати, успех свадебных фотографов. Какой самый успешный свадебной фотографии? Когда, неважно, какого уровня там свадьба и люди, но они смотрят на съемки и говорят, да, это было не зря. Да, мы, это наша любовь. Не зря мы эту свадьбу сделали. Мы не зря женились. Мы это чувствуем, глядя на фото. Серьезно, это очень непросто. Чтобы сомнений не оставалось. И вот это здесь нужно понять, и нужно уметь это делать. И нужно именно быть психологом, который включает сразу в продукт решение задач, понимание людей. И последний — это уровень, вкус, развития планка. То есть ставить себе высокую планку. Потому что очень часто зависит просто от уровня. То есть вот, ну, это вот классика. Вот это вот так снимает девушек. Это тоже девушки. В принципе, ну, кисы девушки. Но они выглядят, как дорогие девушки из Вога. Но, внимание, не ошибайтесь, это не съемки для журнала. То есть это Лия, и она снимает всяких кисонек. Московских там с деньгами и так далее. И она их снимает часто в Европе, там, еще где-то. Но посмотрите на работу по стилю, на ощущения. Это такая же фотография, то есть вы, это та же, абсолютно та же цель, да, то есть девушки, ярмарка тщеславия, девушки такие себе, там, с тоже с телом, с фигурами, ой, сейчас покажу вам еще, и так далее, но это, там есть и попки, и сиськи, ну, не такие, не в лоб, но очень красиво, талии, корсеты, ну, то, что видно фигуру, видно, но здесь видно уровень, то есть это дорогие женщины. Там дешевле гораздо, да, там был уровень такой вот студентки, попками светить. Посмотрите, вот как у нее Инстаграм выглядит. Харизма, взгляды, она умеет найти в человеке харизму, показать харизму через макияж, через стиль, через съемку. Причем вот это вот ЧБ, да, но оно здесь работает. И это ты смотришь и говоришь, это журнал, это круто, это харизматичный портрет. И это все кисули, но это я просто вам показываю разницу. То есть вспомните, да, вот у нас была девушка, там было, какое ощущение было там, да. Вот ощущение было вот такое. И какое ощущение у вас от тех фоток, что я сейчас показал? В принципе, вопрос даже не в бюджетах, в подходе, в том, как снят, в харизме, в том, какая задача решается. Здесь констатация фигуры и природных данных. Там уже создание харизмы и образа. Фэшенового, дорогого образа, как из хорошей классической фотографии модных журналов былых времен. Вот там можно сформулировать, что там делают определенным образом. Поэтому, дорогие мои, еще раз, вот эти, вот это я бы говорил про уровень и вкус. То есть Лия была как пример, что одну и ту же задачу можно решать на разном уровне, с разным вкусом, и иногда это играет очень важную роль. И здесь мы с вами наглядно увидели, как решение одной и той же задачи, но на разном уровне, а с разным вкусом, планкой, ориентирами, референсами, дает очень разный результат. Поняли, дорогие мои? Ну все, дорогие мои, я был рад. Пишите обязательно отзыв в комментариях, мнение, лайк поставьте. А полное видео смотри по ссылке в описании. И подпишись, чтобы ничего не пропустить.